После 3 лет ожидания бразильский поэт и композитор Шику Буарке наконец получил премию Камоэнса, которая была присуждена ему еще в 2019 году. Крупнейшая литературная премия португалоязычных стран вручается ежегодно, но кандидатура Буарке не устроила экс-президента страны Жаира Болсонару, который отказался подписать его наградной лист. Популярный бразильский певец, поэт, автор песен и писатель, противник Болсонару, сказал тогда, что для него этот отказ словно вторая премия. И вот 3 года спустя премию вручили президенты Португалии и Бразилии.